Здравствуйте! Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию алмазную дрель моделька ETN-162-3 производства Eibenstock, Германия. Компания «Электромотор». Значит, эта дрелька имеет три скорости с переключателями очень удобными. Видно? Не видно, да? Достаточно тяжелая, поэтому не могу постоянно держать. Смотрите, то есть здесь мощный металлический редуктор имеется. Она, эта дрелька, имеет удлиненный, образно говоря, срок службы. Потом вид имеет вот такой вот. Также для удобства оператора имеется вот такой вот пульт управления, когда сверлишь на стойке. Напоминаю, данная дрель трехскоростная. Вы можете выбирать при помощи переключателя скорости. Вот так вот. Раз, два, три. Для удобства здесь расположен водяной уровень. Достаточно тяжелая. Предназначена для сухого сверления и также для сверления с водой. Имеет возможность брить диаметры до 162 мм. Значит, здесь в комплект входит вот такой вот шнур, достаточно длинный. Специальная дополнительная рукоятка, потому что очень тяжелая, честно говоря. Чтобы вам не было тяжело, вы можете докупить вот такую вот стойку, и получится у вас установка алмазного бурения. По вопросам покупки обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Eibenstock у нас есть на складе, мы осуществляем доставку по всей Украине. Также мы официальные дилеры на территории Украины. То есть, купив электроинструмент Eibenstock в нашей компании, вы потом не будете ломать голову, куда вам обратиться в сервис, потому что сервисные центры находятся по всей Украине. При покупке у нас вы получаете официальный гарантийный талон, согласно которому вы имеете право обслуживаться абсолютно в любом авторизированном сервисном центре Украины. Перечень у вас полностью идет на гарантийном талоне. Напоминаю, наш номер 53038. Если вы хотите приобрести дрель Eibenstock, обращайтесь к нам, компания «Электромотор».